Их называют Ченгуань, и они известны своей жестокостью. Теперь этому органу общественного порядка в одном из городов Центрального Китая было приказано перестать избивать людей. Как сообщили во вторник государственные СМИ КНР, чиновники города Чжэньчжоу постановили, что все полицейские Ченгуань должны подписать гарантийное заявление с обещанием не избивать людей во время несения службы. Распоряжение было принято после сообщения в одном из местных СМИ о том, что полицейский Ченгуань избил пожилую женщину, торговавшую на улице. Эта новость вызвала негодование общественности, и виновника пришлось уволить. Этот акт насилия стал четвертым за последний месяц случаем применения силы со стороны полицейских Ченгуань в городе Чжэньчжоу. Ченгуань отвечают за охрану правопорядка на городских улицах по всему Китаю. Однако они приобрели дурную славу из-за частого применения силы в отношении уличных торговцев и разносчиков. Теперь остается убедиться, что данные гарантии будут выполняться.